Продолжаем прохождение Wolfenstein 3D. У нас лорд 10, или у нас секретный уровень. Уровень, в принципе, не очень большой, насколько я могу полагать. И в общем-то, тут у нас, по-моему, выход. Поэтому мы пойдем вот с этой стороны. Он, в принципе, не очень сложен. Здесь врагов мало у нас, и тут только вот такие коридоры. И всего-то. Да блин, а. Так, они... Я их успел поймать, перехватить. Сюда пришли. Значит, там сюда. Тоже такой же длинный коридор будет сейчас. Виляющий. Да, ключ нам нужен. Именно поэтому я и пошел в эту сторону. Чтобы по пути нам захватить ключ. Сейчас этот коридор нас тоже выведет такой в развилку. Так, ну вот, это у нас развилка. То есть здесь у нас получается как раз таки мы зачищали. Здесь у нас начало, да? Да, здесь у нас начало. Так, идем сюда. Теперь нам нужно вот в эту сторону. Здесь у нас будет сейчас выход уже, но я полагаю, что мы на выход пойдем попозже. Вот у нас выход. Кстати, у нас аптечка есть. Мы идем сейчас туда дальше. Зачистим. Осталось буквально. Буквально один коридор нам, по-моему, остался. Да. Вот этот коридор нас должен, по идее, вывести к началу. Так оно и есть. Нам нужно попасть в синюю комнату. Вот она. И вот сюда. Все, идем на выход.